словами. Сегодня, друзья, мы расскажем о маме. Мама – это свет. Мама – это мир. Мама – это счастье. Мама – лучший мир. Мама – это сказка. Мама – это смех. Мама – это ласка. Мама – лучше всех. Мама, я тебя люблю. Танец я тебе дарю. Так, все, устоим. Раз пообещали танец, то, пожалуйста, пожалуйста. Сначала я объясню всю суть конкурса.